Как ребенок? Все хорошо. По росту, по весу. Ему примерно 7-8 месяцев, правильно? Ну да, да. Визуальный осмотр показал, что ребенок здоров. Это ваш ребенок? Вы отец? Ну, как бы это... Да, я отец. Он мать и отец. В смысле? Он шутит, не обращает внимания. Я отец, а он мать. Давай сегодня ты будешь мать, потом я буду мать. Какая разница, кто мать, кто отец? Самое главное, ребенок здоров. Вот, все, давай, я мать. Вы что, из этих самых, что ли? Ну, честно говоря, я не люблю вмешиваться в семейную жизнь. Самое главное, ребенок здоров. Правильно говорите. Поэтому мы можем, да, ребенка забрать? Да, конечно. Спасибо. Вы зачем в парк приехали? Подруг. Честно, я не знаю даже. Просто я подумал, найдем мы его маму или нет. И непонятно, что дальше будет с этим ребенком. Давай, короче, сделаем так. Сделаем ребенку праздник, а? От души. Давай? Давай. Для начала хотя бы давай имя дадим. Например, Берег его. Называть же надо. Слышь ты, давай ребенку сразу судьбу не будем ломать, а? Ой. Вон сразу. Это из-за Берега она заплакала. Ой, зари. Ой. Опа-на. Ну а как назовем тогда? Малыш просто. Малыш? Да. Ну давай, малыш, тоже нормально. Тут Берег сразу плачет, ребят. Все, поехали гульнем? Поехали. Держи. Селик, а я уже к нему привык, как родной стал. Не говори, блин. Ну-ка, оп, молодец. Эх, не говори, как можно такого сладкого ребенка, а, оставлять? Не понимаю я этих матерей. Нам уже, если честно, своих надо. Хотя с нашей работой, господи, кому мы нужны? Ну, не говори, кому мы нужны. Пахаем 24 часа в сутки, как ишаки живут. Не говори. Неблагодарная работа. О, шашлык пришел. Эй, мультик. Еще раз оставишь под инвалидным знаком, оштрафую, понял? Хорошо, Ваня, не замечу права. Ахмед. Давай. Вот зачем ты так делаешь, а? Вот за таких, как ты, потом нас ненавидят. Зато постоянно бесплатный хавчик, а то ходил бы сейчас голодный, как мент. Не мент, а полицейский вообще. Ну, полицейский. Подай салфетку, а весь грязный. Это грязный телефон, грязный же он. Че, он довольный вроде? Да, нифига, поиграли. Вроде такой довольненький. Устал, походу, делал. Да. Фу, че воняет, что-то наступило, что-то? Может, я на бомжа наступил, а? Да нет. А, ё-моё, обкакался, походу. Фу. Ой, походу, Татьяшка палёный хумус подсунул, а? Ну, блин, я тебе сказал, не давай хумус. Ладно, давай. Что делать? Ты ему памперсы поменяй, я пока в магазин схожу. А чё я меняю? Ну ты же мать у нас, ты же выпендриваешь. Давай, меняй. 12-м получил, 22-м сдал. Это ясно тебе, да? Угу. Где был Серик? Да, блин, здесь рядом вообще магазинов нет, пришлось километр топать. Где ребенок? В машине. Что ты его оставляешь? Да. 22-м сдаешь, меняешь. Следующий. Пойди, просто так держу тебе. Скучно. Да, Серый Ахмед. Берег! Иди сюда! Ребенок где? В машине был. Ты что, одному ребенку в машине оставил, придурок? Мне скучно было, я поэтому пошел пообщаться. Сесть хочешь, что ли? Скучно ему. В тюрьме будет тебе не скучно, понял? Может, в магазин пошел за сушняком? Ты что, тупой, что ли? Издеваешься, что ли, муж? Давай план перехвата быстро. Мы под свою ответственность взяли. Какой план перехват? Давай район смотреть теперь за тебя.